Они обычно слишком акварельные, а чуть-чуть с белилами очень темно, очень плотно, то, что надо. Давай. Бирюзилец. И ты видишь, что у нас еще есть желтоватые бирюзила относительно освещенных мест этих. То есть рассеивается бирюза света. Накидаешь ее. Не облака рисуешь, а просто вот это рассеяние бирюзы. Это тоже рассеяние, это неравное. Когда сделаешь мягкий переход от одного к другому. Ну, к сожалению, вещества недостаточно. Вот такое сделаешь. Раздавленное. Чтобы потом вот в это пространство докладывать чуть более светлых, внизу более розовых, вверху более бирюзовых облачёнников. Вот в это пространство будут входить облачёчечки. Вот такие. Так много красочки зачерпнул. Меньшее количество. Вот такие. Вот они полетят. Вот такие облачёчечки. Раздавленные. Хорошо? Угу. Давай так. Раздавленные. Превращено в дым. Не в шпатлевку, смотри, не в шпатлевку вот эту, а в дым. У тебя шпатлевка. Не рисуем. Не рисуем. Значит, здесь внизу ты сейчас возьмешь что-нибудь вот такое-нибудь с розовым бирюза и линию моря. Начнешь наполнять содержанием. Дополнять, наполнять. Вот оно, вот оно. Эффект множества колебаний. Вот они. Лодочный характер колебаний. Хорошо? То есть некоторые действия делаешь чирк с очвяком. Чирк-чвяк дадут эффект волны. Вот оно, множество. Накидаешь. Сюда нашвыряешь коричневый с краснотой. Нашвыряешь. Вот оно. Здесь никакого лодочного, просто идея горизонтали. Здесь накидаешь розовый бирюза. Прибрежную эту пенную атмосферку накидаешь. Хорошо? Горочки потом кистью чуть-чуть подкрасим. Очень культурно. Тогда я оставляю, ничего. Молодец. Не буду поделать. Ага. А вот... Значит, это пока растолочь. Да, растолочь, да, чтобы даже духу не осталось. У меня среда так облака шикарно получается, а сейчас что-то такое. А где-то, что другая среда, немножко труднее будет. Наверное, да. Труднее будет, чем... И я забыла сказать, Игорь, вот эта фотография получилась слегка темнее, чем она на самом деле. Походу. Будем учитывать. Хорошо. Да, вот я вот с самого начала забыла сказать. Значит, коричневый, красный, к этой нашей темнятине синей, поднимешь волну, поднимешь вот так, создашь идею уходящей волны коричневыми, красными и немножко синими. Понавяжешь тональность. Вот это понавяжешь. Хорошо? Да. Возьмешь среднюю кисть, не эту большую. Среднюю возьмешь. Возьмешь белильца, розовильца. И от линии горизонта отделишь горочки. Слишком подробно их срисовывать не обязательно, но некую идею низко засевших к линии горизонта гор наметишь. Как раз заодно
вот эту идею того, что там намного все светлее, обозначишь. Розовиночкой, вот они. И здесь тоже. Темность этой скалы обозначишь мастихиной. Опять все те же темноты обозначишь. Раздавливая, перемешивая вначале, раздавливая, создавая темную подкладку, а потом уже на эту подкладку дополнишь рубленными мазочечками. Хорошо? Хорошо. Давай так. Вот такое состояние лежания. Вот такое. Косое. Есть там такое, да? Есть, конечно. Угу. Здесь подраздавить, лишнюю краску подсобрать. Вот такое. Подсобрать, подраздавить. Немножко переборщила густоты. Сбрить и положить еще раз малые меры. Для такой живописи, более спокойной живописи, большие меры краски, ну такой более классической, угу. Большие меры краски не будут актуальны. Хорошо? Угу. То есть чуть сбритие. Угу. Ага. Здесь переборщило вещества, теперь это равно морю, да. А должно быть равно самому себе. Перемолоть на вот такую укладку. На вот такую укладку. Рябость. Оно, да? Да. Шершавенькость и рябенькость. Можешь вот этой краснотой поразвлечь. Вот такой песочный характер. Давай, перемалывай. Перемалывай. Непонятное, чудное. Опять это стало морем. Оно должно стать... Плоскостью, да, такой? Вот чем. Взлохмаченной такой... кашицей. Смотри, каша. Вот такую расштриховочку создай. Расштриховочку. Ну и, конечно, краски уже так много, что лучше сбрить и положить заново. Здесь должно, наконец, появиться темно. Здесь хорошо, а здесь темно должно появиться. Перемолоть. Коричневое, да? Коричневатое, да? Коричнево-красный, да. Перемолоть на темный. Вполне. Вот на такой темный. Просто так нарисовала, ну как это, контур. Так, наверное, создадим идею светлого. Чуть с красниночкой накрутишь здесь вот эту вот это сияние светлого. Мутное сияние светлого. Потом будешь брать это же и идею облачков с раздавливанием начнешь упаковывать туда.
меру тональности соблюдаем. Там достаточно деликатная мера. Зеленый подмешивают, видишь, к розовому. Такой получается несколько стальной цвет. Придавливаем, домоделируем. Красивенькие. Сначала надо красненьких, наверное, побольше накидать, а сверху уже. Ближе к свету чуть-чуть с красниночкой. Тьму пойдет с зелениночкой. Более крупные, раздавленные. Лягут здесь. Есть там такое, да? Угу, есть. То есть вот гоняем их аж. Гоняем, пока они не вкусно не лягут. Вот, давим, укладываем. Вот хорошо получился кусочек, пускай живет. Хорошо получился, пускай живет. Давай, уложишь это. И смотри, здесь у нас тоже с розовиночкой, не только зеленый, а с розовиночкой, более такой ковер. Перемелишь на ковер. То есть то, что было здесь, прилично вот этому месту. Здесь более ковер. На этом ковре творожистые звуки света. Логично? Угу. Возьмем, как логично. Плюс вот это набегающее. Вот это набегающее. Сказка. Так. Чуть-чуть доложишь. В основном бирюзовый и розовый. Чуть доложишь освещенных поверхности скал. Это не снег, это освещенные поверхности скал. Чуть краснее обращенность к Луне. Вот они тут, вот они тут. Прикольно? Угу. Но у меня скалы не получаются, не знаю, получится сейчас. Тут несколько камней, комковатость камней. Оно, да? Угу. Тоже на них немножко светики валяются. Так, здесь... Ну что, ты пошла по самому примитивному пути. Ты просто зашпатлевала густотой темного. У нас с тобой не было договора шпатлевать. Темные партии что делают? Что они там не любят? Это жирного вот это. Правильно. А ты? Они как раз такая сделали. А я жирная. Ой, жирная. Значит, раздавлена. Для того, чтобы на эту раздавленность можно было подсунуть деталечки, нюансики.
возьмешь синюшечку разбеленную и пройдешься, разбрасывая вот эту. Потом некоторым из них сделаешь вот так. Некоторым из них вот так сделаешь. Поподрезаешь опять. Потом по макушечкам вот этот светичек. Прикольно? Угу, уже вырисовываюсь картинку. Давай. Вот это середина. От середины я не могу пойти дальше. Я уже три раза ее сдирала. Так. Уже и подсохнуть успела. Да, вот она. Я когда делаю вот так, она как раз вот... Смотри, пальцем можно домоделировать это. Что? Ну, умножь-то, подели. Как оно стоит? Так. Смотри, какие я создаю зигзаги, да? И оно выстраивается. Да? Вот в это. Я вот тут пыталась делать руками, потом опять стерла и все. Значит, что касается вот этой фактуры, сейчас я покажу хитрый ход. Если мы уже перешли на кистевую укладку, вот такое пустое, пустая кисть и упаковка фактуры, чтобы она не кричала. Пустая кисть и упаковка фактуры. Все равно там, конечно, много краски. Вот это, конечно, количество краски нас устроило здесь больше всего. Переборщина с краской. Значит, дырки эти понатычешь. Вымакиванием, смотри. Угу. Как много краски. Надо, да? Угу. Три раза сделали уже. Мне нравится мне все. Не нравится красота. Значит, пустая кисть успокаивает фактуру. Так, здесь тоже пальцем мутату вот эту создашь. Вот они, дымочечки. Смотри, какие дымочечки. Какие ночные, да? Угу. Самое главное, вот это вот, вот. Тут же вот сразу от солнца, от луны сразу идет вот эта вот фактура. И у меня получается... Ты же съела круг этот. Забомбила его. Здесь был круг. А вот он, круг. Сиятельный. Вот круг. В небе. Сама луна скрылась, смотри, скрылась, нет ее. Есть только ее последствия. Точечка. Есть ее последствия, вот так выраженные. Причем здесь можно даже фактуру, сердитую фактуру оставить. Освещенные места любят фактуру.
До свидания. До свидания, счастливенько. Приезжай. Обязательно. Это ж уже все. Подсела, да? Наркоманы. Да, 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 да. Точно. Все-таки мастихина на ночном небе лучше получается. Надо чередовать здесь, смотри. И так, и так, да? И то, и другое. Сейчас хороший переход, а не так. Ну и тятечка этого лунная, которую ты там хотела очень. Вот она там. Да, вот она именно внутри, я так и старалась изнутри как-то уже начать облака. Так. Белый с голубым, с ультрамарином, да? Ну, то есть это с бирюзовой. Мерцательный рубленый характер. Чуть вырезанный характер. Есть такое, да? Так, хорошо.
Потом немножко снова мастихиновых этих чирков и чвяков. Чуть-чуть вернуть эту мятость среды. Чир-чвяк. Самая красота, мне кажется, дополнение. Мне красиво же, даже не спрашивают у меня, вообще красота, которая у меня. Как даль вообще увкуснилась, да? Очень, очень. Прям люблю сошла. Значит, синюшечку чуть-чуть, синюшечку. И чуть-чуть синечкой. Белость пен пусть будет выражена синявинкой. Оно? Угу. Посмотри, какая красота. А ну давай. Ну, конечно, вот это кошмар. А это веревочка. Я нанесла, да. Я вижу, что опять веревка. Краски получила. Опять много. Биобазия. Красиво, что получилось. Только надо добавить. Красиво, да. Единственное, не хватает вот этой красноты. Ну там же краснота, смотри, какая. Есть там такое? Есть, но я даже не догадалась, что надо еще положить. Еще есть красноватость. Вот здесь снизу. Там, где свет, там краснота. Почувствовала? Да, да, да. Бутылок в воде есть какая-то? Я же вам говорю, очень много. Смотри, вот этот подрезанный зигзагом света. Пересветлило, конечно. Пересветлило, да? Ну, конечно. Ну, там же не белый. Там никто не спорит на периферии с этим белым. Никто. У тебя спорит. И здесь спорил. Мало тебе было здесь ошибиться. Ты и здесь пошла ошибаться. Там фиолетовый, наверное, да? Такой темненький, да? Смугленький. Смугленький, да? И здесь смугленький. Ладно, не буду уже тут уничтожать. Помнишь это движение, да? Да, это... Смотри, смотри, что делается. Конечно, не оставляйте так. Богатеет содержанием, да? Не надо так богатеть. Скажите, что... Ну, посмотри. Вот самая вот знаешь, красота. Вот эти вот огромные волны, вот это идет. Самая красотища вот это. Yeah.